Ты знал, что выйдешь сегодня? Нет, я не знал, но я чувствую. Тренер что-то говорил перед игрой? Нет, ничего не говорил. Ну, просто спросили, типа, ты готов, и все. Для меня было очень приятно, что они кричали «Хуан Лискану», и я только могу сказать большое спасибо и все Валенчи. Было все хорошо, самое главное, что команда выиграли, и надеюсь, что следующую игру буду забивать.